Всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал Где Рыба, и сегодня мы будем играть в My Fishing World. И сегодня мы будем с вами, ребятки, ловить лепёха на озере Вабакими. Так, сейчас я вам покажу этого лепёха, вот он так вот выглядит. И сейчас мы его тоже будем ловить, как и предыдущего нашего монстра в прошлом видеоролике. Так, нам необходимо также купить дополнение кровь. Покупаем кровь и идем на рыбалку. Стоимость поездки туда стоит 240 монет. Необходимый разряд для озера 18 левел. Идем на озеро. Честно говоря, я уже не помню, какой именно воблер необходим был для лепеха. Так что будем пробовать уже ловить на какой нам попадется. Так, используем кровь. И закидываем наш воблер в воду. Так, сейчас посмотрим, ребятки. Будет ли на этот воблер вообще клевать или нет, я, честно говоря, не знаю. На этот воблер, может быть, вообще здесь не ловил. Поклевочка, ребятки. Поклевочка. Сомик. Американский сомик. Личный рекорд. Я его почти потому что не ловил. Так, закидываем дальше и пробуем ловить дальше. Значит, все-таки рыбу можно на эту штуку поймать здесь. Этот воблер. Температура довольно-таки маленькая. Практически 6 градусов. Чутка поменьше. Как бы 5,7 это меньше чуть-чуть. Но все-таки... С клёвом такой себе, ребятки. Один попался пока что. Ну, такое. Того это же не монстр. Нам нужен монстр. Давай же, клюй. Хопа, поклёвочка. Кто это может быть, не знаю, честно говоря. Может, кто угодно быть. Может, наш монстр. Может, и нет. Это у нас сазан попался. Неплохой такой сазанчик. Хороший. Так, закидываем дальше. Попробуем теперь так подергать. На поверхность сейчас попробуем. Может, на поверхности он клюнет. Не знаю, воблера, наверное, другой еще поставим. Этот, может быть, не очень для него. Точно говоря, не знаю, какой точно воблер нужен, но, наверное, надо другой поставить воблер. Может быть, и этот пойдет, ну, не знаю. Змееголов попался, такой прям почти на 5 звезд, хороший такой. Так. Как этот воблер поставить? Давайте поставим. Мне кажется, этот воблер будет здесь нормально ловить рыбку, так. Опа, поклевка сразу. Но это у нас уже мусор, ребятки. Это у нас не... Рыба — это мусор. Может, ценный хотя бы попадется мусор. Да, ценный. В принципе, 750 стоит нормально. Старое радио. Неплохо. Опускаем на самое дно и край дна прямо вот так вот пробуем дергать. Быстрым-быстрым ходом. И у нас происходит поклевочка. Это рыба уже, это не мусор. Так. Это у нас налимчик попался на 3 звезды. Неплохой налим. Честно скажу, неплохой, потому что он почти под 300 стоит. Это нехило-то. Так. Ну, этот воблер чутка получше ловит рыбу вроде. Гораздо больше поймал он, потому что у него каждый заброс клюет. Но вот уже второй мусор, в принципе, на него попался. На тот ни разу мусора не попался, но на это попадается мусор. Водоросли. На этот получше клюет, чем на тот. Но на тот шанс есть то, что покрупнее рыба клюнет. Так, поклевка. Опять мусор. Такими темпами можно ценных мусоров натикать хорошо. У нас попадается покрышечка 70, то есть забираем ее.
Она у нас в рюкзак влазит. Это хорошо. Продолжаем дальше дергать. На этот воблер очень часто мусор попадается. Очень и очень часто. Нам нужен монстр. Лепёх. Сейчас ночь, должен и монстр клевать. Они не клюют. Не хотят. Да щука вам попалась. Ну ладно, понятно, да? Так, так, лепёх, 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 лепёх. Сейчас тебя половит. Вот еще разочек на этот воблер попробуем. Может, он сейчас клюнет все-таки. Так, давай же, клюй. Так, поклевка, это мусор. Это мусор. 5 минут, и кровь истечет. Приманка, кровь. Так, водоросли попались опять-таки. Давайте в дальний угол закинем. Так, закидываем в дальний угол на 15 метров. И попробуем здесь. Может быть, здесь нам улыбнется удача, и нам попадется монстр. Что-то вообще клюет. Пьянила, не клюет, нету поклевок. Вообще, в принципе, шансы есть сейчас еще плюнуть, может. Но уже маловато шанс. Он, если там есть, он моментально клюет. Это мы уже вон больше половины протащили, и поклевки нету. Странно, странно. Давайте так подтащим уже. Вытащим, потому что здесь уже поклевки мало шанса будет. Так. Попробуем тогда куда-то сюда кинуть. Так. Поклевка. Вообще, по сути, поклевка, если будет, она раз 5 дергает, поклевка. Если как бы с 5 раз нет, она уже мало шансов, то что клюнет. Так, что это у нас? Тяжеленько, тяжеленько такое, прям могу вам сказать. Сазанчик, сазанчик, тяжелый сазанчик. Сюда кинем. Так. Где же наш монстр? Монстра нету. Вообще, он на воблеры должен клевать, в принципе. Можно пробовать, ну, конечно, другие наживки, именно на удочку попробовать ловить. Но на удочку он уже гораздо меньше клюет, чем на воблеры. Там уже как-то... Как повезет вообще. Так, на линчик попался. Так, дергаем. Поклевки не происходит. Сейчас, наверное, и клюнет уже. Так, есть. Все-таки клюнул, но клюнул кто-то мелкий. Угорь клюнул. Неплохо, неплохо. Вы дорогие. В принципе, хорошо. Так, ребятки, давайте попробуем, наверное, посмотреть, какие виды рыбы вообще тут ловятся. Так, окунь речной, так, сом даже тут есть, нифига себе. Так, окунь речной, голавль, сазан, налим, щука. Давайте попробуем на уду, на горох. Может, шансов, конечно, мало, но... Что поделаешь? Так, это не поставить, да? Сбрасываем. Может, на горох клюнет? Не знаю, честно говоря. Посмотрим. Короче, еще чуток будет действовать. Ну, чуток вообще. Ребятки, на горох не клюет. Так что давайте все-таки пробовать дальше на спиннинг дергать. Если он сейчас за 1,5 минуты не клюнет, то не клюнет. Так, что-то реально он не клюет, ребятки, вообще. С другими монстрами таких проблем не было, а здесь вообще что-то не клюет. Я его, в принципе, ловил уже. Ни одного, по-моему, ловил. Не помню просто, какой воблер я его ловил. Я его уже ловил, в принципе, очень давно, когда только он вышел. Вот, когда он только вышел, не знаю, месяц прошел, если не больше, уже не помню, что-то наверное.
щеплёвок нету. О, клюнуло. Так, что же это? Давай, монстр, монстр. Монстрик, давай. Голова, личный рекорд. Мы уже все виды рыбы выловили здесь. Смотрите, сомик, американский, сазан, змееголов, щука, налим, угорь, голова. Уже всех видов рыб выловили, которые могли здесь только клюнуть. А нужной нам нету. 12 секунд до истечения крови. Последняя, походу, поклевка с кровью. И мощная прям такая, ребятки. Смотрите, кто-то мощный, мощный, мощный. Может, сом? Ну, это реально мощный кто-то, смотрите. Просто мощный. Смотрите, на катушку, она накаляется. Смотрите, ребятки, что творится. Может, сейчас рыба устанет, и мы ее вытащим. Она, по-моему, устает, да. Да, она устает. Так, потихоньку уже начинает тащиться, но реально последняя поклевка, ребятки, смотрите, мощный кто-то клюнул. Последняя поклевка с кровью и кто-то мощный, может быть, это монстр. Ну, катушка реально накаляется, вы сами видите, очень сильно. Она уже сейчас поменьше начала накаляться, потому что рыба уже уставать начинает. А с самого начала так накалялась вообще. Ни с места нельзя было сдвинуть. Вот он, ребята, последняя поклевка и наш лепех у нас. Лепех нам попался, и он у нас личный рекорд 22 килограмма. В принципе, неплохо. Последний заброс с кровью, и нам попадается лепех. В принципе, честно говоря, это довольно-таки хорошо. Это очень даже хорошо. Это круто, я могу вам так сказать. Надо сделать скриншот. Кое для чего. Чтобы потом шапочку для видео сделать. Так, забираем и, в принципе, ребятки, идем продавать нашу рыбу. Так. Мусор у нас на 824. Неплохо. А рыба у нас на 3338. Ну, тоже, честно говоря, неплохо. Неплохо, честно говоря. Так, давайте посмотрим вообще, что мы можем будем купить потом в ближайшее время. Так. 39. 27 уровень. Вот как раз таки 27 уровень на следующем уровне. Тут уже открыта катушка, получается, да? Угу. Катушка уже открыта. Леска с 27 откроется. Воблера еще есть. О! А здесь есть воблер открытый. Можно его купить, в принципе, будет в следующем видеоролике. И уже на него точку будет ловить. Ребятки, мы будем заканчивать наш видеоролик. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и также, ребятки, подписывайтесь на канал. А если вы уже были подписаны на канал, то нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики и стримы.